Такая беда пришла, такая беда! Один ничего не знает. Вот уже полгода прошло, как он в Рим отправился. И никак ему о беде не сообщить, что отец его в тюрьме, что грозит ему костер. Дин! Родной мой! Возвращайся скорее, тебя ждет Фландрия. Мы все тебя ждем. Ну и я тебя жду. Так жду, что мочи нет. Когда ты уехал, я тебе взгляд заговорила. Да-да, шепнула ветром, крикнула солнышко, сказала луне. Сделайте так, чтобы Тиль в каждой встреченной девушке узнавал меня. И неважно, какого цвета ее волосы, на каком языке она говорит и как она одета. Главное, чтобы в каждом лице он видел мои глаза. Чтобы в каждой красавице он видел мои черты. И пусть он скорее вернется. Плохо нам без него. Ох, как плохо. Ой, тили-тили-ти, будем дети веселиться. Ой, тили-тили-ти, по ком-то плачет виселица. Ой, а! Ой, тили-тили-ти. Тиль, я устал. Так тяжело носить пустой живот. Ламы! Ну потерпи еще совсем немножко. Нет, нет. Ламы! Ламы! Ламы, попроси здесь еды! Ламы! Друг мой, стыдно! Еду можно купить, выменять, украсть, но не просить. Ламы, вы не нищие! Мы не имущие. Пахнет жареной бараниной, а подлива из томатов и чеснока. Надо бы что-то дать корицы добавить. Какое варварство делать подливу и не добавлять туда корицы? Что там хозяин хотит? Эй, девушка! Девушка! Эй! А? Чего орешь? Какая я тебе девушка? Но сударь... А! Нелли, откуда ты здесь взялась? Чего-чего? Как ты меня назвал? Тихо, ты что спятил? Да какая же она Нелли? Она же совсем другая. О, вы бродяги? И вправду совсем другая. Мы? Алавники, сударыня. Мы ходили в Рим и встречались с папой. Мне заявили воспитатели, что я нуждаюсь в эскулапе. Обычно посылали к матери, а вот теперь послали папе. О, папа, прости, грехи отпусти. Я деньги в Иисуса, а вовсе не буду. Я стал уже взрослым. Я больше не буду! Он сказал, дети мои, если вам по пути встретится аппетитная блондинка по имени... Как вас зовут, сударыня? Беткин. Аппетитная блондинка по имени Беткин, то скажите, чтобы она вас накормила и уложила спать. Здрасте. И откуда папа знает про меня? Ну вы же знаете про папу. Почему бы папе не знать про вас? Деньги-то у вас есть? Ну, дура! Были бы у нас деньги, стали бы мы с тобой разговаривать. Чего? Что? Ты посмел оскорбить мою Беткин? Ну, сейчас прольется чья-то кровь.
А ну-ка пошел в дом и займись баранина, мерзавец! Да иди ты! Ой, иду, иду, иду! И только посмей не ползить в парни по корицу, ты меня банил! Я понял, понял! Ой, ты страстный! Когда оскорбляют близкую мне женщину, я готов убить. Врать-то близкую. Ты меня первый раз видишь. Во сне? Сколько раз я видел тебя во сне? И вот вчера мы сидели с тобой близко-близко. Твоя головка была у меня на голове. Моя нежная головка у тебя на плече, и ты шептала. Чего? Тиль, милый Тиль, я так давно жду тебя. Мои глаза устали смотреть на дорогу. Мое сердце сжалось в комочек. Когда ты вернешься к своей Нелле? Меня зовут Бэткин. Не спорь, милая. Я лучше знаю. Почему вы так холодны ко мне, ваше величество? Ведь я люблю вас. Вы так часто говорите об этом.
чего вы женились на мне, Филипп? Трясь, парни. Тренорога для наследника. Все для других мои. Трясь я только болею и умираю. Филипп, милый. Иди ко мне. Ваше Величество! Да? Мы привели его! Поэтому зовите меня просто «Эй, ты!» Ты шут? Немножко. Кроме этого, я художник. А, так это ты нарисовал мой портрет на городской стене со средней ушами? Я, ваше величество! Ну, не вмешивайся, Мария. Подойди. А почему ты признался? А? Ты не боишься умереть? Боюсь, ваше величество. Но у меня есть подозрение, что рано или поздно это случится. О! А между прочим... Квартет выполнен неплохо. Яркие краски, плавные линии. Чувствуется фламандская школа. Развязать. Оп! Виноват, ваше величество! Величество! А снова буду выполнить? Тихо заказ. А для меня всякая работа серьезна, ваше величество. Но этот заказ особенный и дорого оплачиваешь. Меня охватывает вдохновение. Что я должен изобразить? Меня, вас и моих пережив. В натуральную величину? Попробуй сегодня меня стрить! Чтобы я нарисовал фламандец. Я дам эту картину так, Фламин. Пусть она увидит меня твоими глазами. Кого из приближенных вы хотите увидеть на картине? Королева. Да. Великого инквизитора. Герцога. Нескольких принцев. Ну и... Что ты расскажешь? Борзых. Что? Борзых собак, ваше величество. Несколько борзых собак очень украсят полотно. Ваше величество! Продолжай. Великого королеву Марию я изобразил бы в профиль. Она так прекрасна, что фламандцам незачем видеть ее полностью. Достаточно и половины. Он издевается, Филипп! Продолжай. Великого инквизитора я изобразил бы со спины. Для его же безопасности не нужно, чтобы фламандцы запоминали его в лицо. Да прекратит он когда-нибудь. А меня? А вас, ваше величество, я изобразил бы маленьким ребенком. С белокурыми волосиками, с голубыми глазками. Таким образом, мы убедим фламандцев, что вы тоже человек. Что вас тоже рожала мать, пела вам колыбельные песни. Не взять его! Взять его! Вошь! И вся ваша Фландрия, вошь на дерь Господня! Да. Вас нужно выжигать, как чумные дома. На колени! Нож! Сейчас тебя прибежит, как курица. Ну, проси прощаться, сволочь. Да! Но вы все равно не исполните
Тебе дана неслыханная власть? Доступна все твоей державной воле? Так поцелуй меня в ту часть, которую всю жизнь пороли! Thank you.
одиночку вернется, милый, ко мне никогда. Синет напрасно жаркая кровь, вам для чего есть в жизни любовь? Стынет напрасно жаркая кровь, ах, для чего есть в жизни любовь? Появился опасный преступник Тилюлин Шпигель. Тилюлин Шпигель? Девочки, тащите всех подозрительных. Лучше поймать Тилюлин Шпигеля, чем упустить одного. Тилюлин Шпигель. Итак, клиента следует, во-первых, надыбать, то есть найти. Во-вторых, приклеить, то есть обольстить. И в-третьих, прищемить, то есть заманить. Какой навар? Да. Поймайте Эльшпигеля, получите 300 флоринов. О-о-о-о! А что насчет срамных болезней? А насчет срамных болезней? Тут уж действуйте по обстановке. Все ясно? Зашибись! Заходи! По местам! Давай, заходи, заходи! Вот. Корнель! О-о-о-о-женщины! Да! Да слышу ее! Девушка! Я привез вам сапог! Нет! Уйдемте отсюда, святой! Спасибо. Дочь моя.
здоровье, и на здоровье мои девочки семей не разбивают. Это для нас святыня. Да, семья это святая. Да не нужны мне твои девочки, я люблю только свою жену и никого больше. Это что за птица-то, твоя жена? Мощно чудная, нежная, стройная, кудрявая, другой такой нет на свете. Да, подберем. Да вот здесь надо грудиться, не смей касаться святых вещей. О, ну хоть поесть-то ты у нас можешь. Поужинать можно. Пиво выпью, но ничего больше. И на том спасибо. Проходи, присаживайся. Тут тебе никто не помешает. А девочку мы тебе все-таки пришлем. Я сказал, не нужно. Да она будет оплату ужина пришлем, какую любишь, стройную, кудрявую. Мне все равно, я пальцы не трону. Это так скажу, у каждого гостя свои причины. Так, новенькая, ступай к гостю и постарайся его раскрутить. А? Я не сумею. Что? Сумеешь, сумеешь. Тренер уже ты как лист, гости этого не любят. Давай пошла. Не тронул. Все они мужики одинаковые. Сначала ворчат, а потом не выгонишь. Девочки. А вот и гость. Гость. Да. Свежий. Ванны. Ванны. О! Только за деньги. Неправда!
Толпа женихов ломится к вам через всю Фландрию. Молодые, лихие, холостые. Они прислали меня, чтобы я предложил вам руку и сердце. Ха! Да не слушайте вы его. Да он ненормальный. Глупая! Я спас! Я пришел, чтобы устроить вашу судьбу. Хватит работать на хозяйку. Подземек для тебя. Для себя, для себя. Да врет он все. А пускай докажет. Пускай докажет. О! Женщина, вы совсем одичали, разучились доверять. Ну ладно, 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 ладно. Сейчас я вам докажу. Вот! Вот один из этих лихих парней. Он пришел к вам в заведение, ему приглянулась эта женщина и... Ламе! Ты готов жениться на этой женщине? Жениться? Я готов! Да! Да! Женщина, ты пойдешь замуж за этого красавца? Да! Да! Одна судьба уже устроена! Кто следующий? Я! Я! Ой, почему ты? Я! Начинается последнее заседание по делу гащика классов, уроженца дамы мужа Саоткину, рожденной Йосниц. В течение 5 дней суд в составе его Преосвященства великого инквизитора и профоса разбирал дело вышеупомянутого класса и установил. Первое. Угащий класс давно вышел из лона Святой Римской Церкви, впал в ересь, произносил кощунственные слова о Боге, а его наместники Папе Римском и о святых иконах, называя их погаными идолами. Второе. Класс поддерживал постоянную связь со своим братом, протестантом-еретиком. А после его смерти
принял от него наследство, которое отказывается выплачивать королю церкви, как то следует по закону. Обо всем этом свидетельствовал доноситель, имя которого суд обязует сохранить в тайне. А в случае вынесения приговора передать ему половину имущества приговоренного. Реми! Не радуйся, тебе не найти моих денег. При чем здесь деньги, класс? Как ты плохо обо мне думаешь? Угольщик, тебе запрещается разговаривать. Отвечай только на вопросы суда. Признаешь ли ты себя виновным? Меня это уже спрашивали. Под пыткой, ваше преосвященство. Отвечай сейчас. Не признаю. Считаешь ли ты католическую веру единственно правильной и святой? Нет. Каждый вправе иметь свою веру. Признаешь ли ты папу римского наместником Бога на земле? Да, но только в той мере, в какой каждый человек есть наместник Бога, не больше! Веришь ли ты в Святую Деву Марию и в Иисуса Христа, Сына Божьего? Верю. Верю в Марию, жену плотника Иосифа. Верю в их сына, нареченного Иисусом, такого же человека, как я и мой сын. Верю в его честность и доброту и горжусь той стойкостью, с которой он принял свою смерть. Я думаю, нет смысла продолжать допрос. Преступник использует его для проповеди своих заблуждений. Можно выносить приговор. Еще минуту, ваше преосвященство. Угольщик, мы знаем друг друга много лет. Мне больно, что ты так глубоко погряз, Берез. Еще немного времени, чтобы раскаяться. А мне не надо времени для раскаяния. У меня было достаточно времени для раздумий. Приведите Саоткин! Я протестую! Меня пытали много дней. В день казни вы не имеете права! Я здесь, господин Графус. Женщина, вот твой муж. Его сейчас сожгут, если он не раскается. Скажи ему. Что? Что сказать? Не знаю, найди слова. Господин Профус, мы прожили с мужем 25 лет. И за это время мы научились понимать друг друга молча. Спасибо, Солодкин! Да ты... Не женщина. Да вы не люди. У вас вместо сердца булыжники. Не верю, мужина. Я знаю твое сердце. Такого больше нет на земле. Любимый мой, мы еще встретимся. Мы не расстаемся. У нас есть иль. Суд Святой Инквизиции, рассмотрев дело богоотступника Классе, признает его виновным в ереси и связях с еретиками и приговаривает его к сожжению на медленном огне. Ваше Пресвященство! У нас преступник! Но он честно жил, честно работал, его любили и уважали в городе. Как представитель магистрата, я требую сожжения на быстром огне. Церковь должна быть гуманна! На быстром! Ваше Пресвященство! Да я простой человек. Да все мы здесь простые люди. Но так нельзя, ваше пресвященство, он угольщик. Да он всегда же всем с уважением копейки лишней не брал. А мы что? Звери, что ли? Не быстро! Не быстро! Ясно! Суд учитывает ходатайство горожан. Класс будет сожжен на быстром огне. Ну, зачем такое дело? Отлично выдумали. Благодарю вас, господин Прохоз.
Спасибо вам, земляки. Спасибо, что в трудную минуту вы поддержали своего угольщика. Давно вам скажу, братцы, жалко мне вас. Я-то ухожу. А вам тут оставаться, я помру сразу. А вам умирать каждый день от страха. А это страшнее, чем самый медленный огонь. Не взыщите, что напоследок говорю вам горькие слова. От сладких тошнит перед смертью. Готов, хозяин? Готов! Ну, ну, друг, не робей, ты чего? Работа есть работа. Давай. Прости нас грешных. Мамаша, я тут принес тебе, стало быть, сердце, пепел, стало быть. Сынок, возьми это, сынок, оно еще теплое. Ну вот, теперь оно бьется. Вот дела, дружками мы с ним были. Молчите вы все. Ты разговариваешь с отцом? Прости нас, пожалуйста, мы не будем мешать. Мама, дай нам той воды. Глупые, как вы трудно любите друг друга.
все придумано и установлено. Ты и он, она и ты. И вам хорошо вдвоем. Вам хорошо вдвоем. Возьмите. Хорошо. Тебе нужно забыться. Вам хорошо вдвоем. Пей! Прошло 40 дней, как умер Класс. За это время Тиль не произнес ни слова. За это время Тиль не сказал ни слова. Мама, какой алтарь? Да нету никакого ганса, глупенькая. Тиль, ты будешь у меня посаженным отцом на свадьбе? Не приставай к нему. Ой, вот и молодец, Тиль. Теперь закуски хватит на всех гостей. Нет, все-таки надо пойти лавочника печеный купить. Разреши мне взять еще немного из тех денег. Все-таки завтра поминки, нехорошо, если стол будет бедный. Спасибо тебе. Нелли, мальчик, да. Давай я сюда. Сейчас это свершится. Кого ты ждешь? Никого, дочка, иди к себе, тебе потом.
никто не увидит. Кто-то приходит в Юс. Я Ганс. Зови меня правильно. И не дрожи, мы не воры. Мы дьяволы. Жди так. Грех. Этот грех простится. Чтоб победить, я готов сделаться исчадием ада. А вдруг он не придет? Не бойся. Она обещала быть одна. Я черный рыцарь Ганс, пою тебе романс, как юноша влюбленный под балконом. Не мучь меня, не мучь, отдай от сердца ключ. Прошу тебя, любимая, со стоном. Звенит мандолина. О, выйди, Каталина! Я тайну открою, открою, открою! Как стать молодою? Тебя я унесу, скроемся в лесу и предадимся там. Я девочке везуч, оттает сердце ключ, и счастье ты найдешь в своем несчастье. Звенит мандолина, о, выйди, Калина, я тайну открою. Звезды навсегда исчезнут с неба. Каталина здесь, им должно быть стыдно появляться рядом с ней. Девочка моя, сегодня наша ночь. Сегодня наши судьбы соединятся. Скажи, что ты любишь меня. Люблю. Не спеши отвечать. Посмотри на меня, я старая. А ты самая юная из всех девушек мира. Кто с тобой, Ганс? Тот, кто узаконит наш союз. Дай свою руку, жена моя, не святой отец, соедини нас. Сын Люцифера Ганс, с чистым ли сердцем берешь в жены Каталину? Да. Дочь Люцифера Каталина, с любовью ли берешь мужья Ганс? Да. Готовы ли вы внести выкуп дьяволу за ваш союз? Да. Все, что у меня есть, ему. А ты, дочь моя? А у меня ничего нет. Подождите, подождите, не святой отец, подождите. Каталина, отдай ему все, отдай. У меня правда нет. А в доме? В доме спрятаны деньги класса, но их нельзя трогать. Это тайна. Прощай. Не бросай меня, Ганс. Чтобы мы были вместе, ты должна внести выкуп. Я боюсь. Тиль убьет меня. Класс умер, не сказав, где деньги. Я не знаю, где... А ты поищи, милая. Твоя любовь укажет. Это дьявол послал тебе испытание. Надо его выдержать. Ступай. Нелли услышит. Нелли дома? Нет, иди займись девчонкой. Не надо! Шшш! Не святой отец вернется, если ты скажешь, где деньги. Деньги, которые оставил класс. Это очень важно. Чтобы мы были вместе, ты должна внести выкуп дьяволу. И ты будешь вечно молодой. И ты станешь моей женой. Раз, два, три! Ищи, ищи, колонка. Ищи, ищи, колонка. Ищи, ищи, колонка. Может быть, в стене? Ищи, ищи, колонка. Ищи, ищи, колонка. Ищи, ищи, колонка. А может быть, в полу? Не лихай, не трогай меня! Ищи, 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 ищи,
буду вечно молодой. Вечно молодой. Отец! Нас обокрали, отец! Я стану вечно молодой. Вечно молодой. Тихо, да погоди, да надо разобраться. В чем? Мать пытали, отец сгорел, и вот эта старая шлюха со своей дочерью. Где? Так нельзя, друг. Чего, Тим? Да ты чего? Ты вообще молчи! Твое дело жрать гусей да растить брюхо. Да вот ты каким стал, да? Нет! Не стал, сделали! 40 дней прошло после смерти отца. 40 дней я тащу на себе этот дом, как улитка. О, успокоились. Поминки уже устраиваем. Пирогов напекли. Приходите, люди добрые. Выпьем, закусим за упокой души угольщика. Сынок вам песенку споет. Шутку шутит. Тим, пожалуйста, не могу. Молодец, Катрина. Прокутила девушке, урок не дала. Ничего. Если Бог создал тебя, все, нечего обижаться, что стрельбу. Волоки на костер, хоть родимую мать, ты получишь.
бойся, бойся!